Сразу после начала частичной мобилизации при администрации Ленинского городского округа был открыт центр помощи семьям призывников. В начале его работы ежедневно специалисты обрабатывали по 30 заявок. Сейчас поток значительно уменьшился. Основной вопрос, к которым люди обращаются – единовременная материальная выплата. В Подмосковье она составляет 195 тысяч рублей. На днях муниципальный центр посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. По информации, которую получил, подавляющее большинство наших мобилизованных семей получило эту выплату. Осталось буквально 20 человек, которые решают эту проблему в точном порядке, ну, в основном связано с техническими проблемами. Я думаю, что в ближайшее время эта цифра будет близка к нулю. В центре оказывают и другие виды помощи, например, социальную и психологическую поддержку. Специалисты всегда на связи с семьями мобилизованных. Кроме этого, есть еще и другой порядок. Например, я как депутат Московской областной думы, у меня есть свой фонд, и я через этот фонд выделяю средства тем, кто приходит непосредственно ко мне на прием в точечном порядке. У меня есть несколько семей в каждом муниципалитете, что называется, подшефных, и мы с ними держим связь, поэтому этим людям помогаем сами, ну и, конечно, и другим, тем, кто обратится. Это я говорю вот как бы от себя. И это далеко не все. В ближайшее время губернаторской выплате должна прибавиться президентская. Сейчас Министерство обороны разрабатывает план ее получения.